even know what to say. Taking pictures with my phone, distracting me from my brain. It's 2 p.m., you said just friends. The fuck happened? Yeah. I dreamed I had a million things to hold me over till you call. Мы сидим на чужой паре, потому что нам нужен MATLAB. Вот. Ты будешь говорить привет? После последнего видео Оля отказывается появляться здесь и говорить привет, потому что она боится, что будет то же самое. Привет! Так, сидим, делаем MATLAB. Ой, короче, у нас сегодня наконец-то что-то похожее на весну. Присылаем температуру. Утром даже дождь шел, но все еще лежит снег. Теперь благодаря дождю еще и скользко. Мне очень нравится, как я выгляжу. Не шарф, конечно, но зонтик. Джинсики, пальтишко. Я наконец-то со своей черной сумкой. Господи. Вот. И она не спадает. Потому что на куртках она спадала. А сейчас за счет пальто и ткани просто идеально. Наконец-то я очень долго ждала, на самом деле, когда уже я смогу ее надеть с пальто. И вот, дождался. Ой, почему так тепло? А мы на паре. На первой паре. Я не хочу спать, потому что я выспалась. Оля, ты хочешь спать? Сегодня у нас аншлаг. После последнего раза вся аудитория занята. Число. Сегодня 20 марта, первый день за весну, когда я в кроссовках. Сегодня плюс 7, а завтра ночью будет уже минус. Короче, сегодня очень тепло. Я в кроссовках. Я в шоке. Апдейт дня. Первый день в кроссовках. Я стерла себе немножко ногу. Я во влоге. Хорошо. Знаете, почему Лена сегодня приехала? Повидать никто нас. Никто не знает. Мы не понимаем. Я тоже не понимаю, почему я приехала. Но я была в Лене еще доставщик еды, так что нормально, неплохо. У меня чай. Ой, ау. О, мама, конечно, богатые же. Ну, мама! Чё ты сразу? Я кросла. Всем пока. Из 5-6. Оля хотела сдать экзамен на до 2:30. Сейчас до 2:30. У нас потом была пара с 3 до 5:30. И сейчас из 5-6. Сдала она? Нет. Успеет ли сдать? Там кто бы знал. Она надеется. Я поддерживаю, но не вижу. Это так?
скорее не в нее не верю, а в нашего преподавателя, потому что он принимает достаточно долго. Она не успела сдать в нашу часы, типа в нашу пару, когда наша группа все сдавала. А тут чужая группа. И... Как так? Вот так как-то. Просто не упади, хорошо. Мы сегодня в 9:04, а уже около вуза. Я с едой. Мы топаем. Фото, видео. Кто что, кто чем. У вас бывают дни, когда... с самого утра, или, может быть, даже с ночи, что-то не так. Прям, ну вот, у меня сегодня такой день. Я не скажу, что он плохой, я скажу, что он тяжелый. Не физически, а больше морально. Во-первых, я спала 5 часов. В последнее время я сплю минимум 8. И ложилась я часов 10. Вставала там 8, 7:30, иногда 9. Ну, короче, нормально я спала, выспалась. В 10 и вставить в 9, это что? 11 часов. Мне казалось, я меньше сплю. Неважно, короче, я спала больше 8 часов. Вот, сегодня я спала 5 часов и проспалась 3 раза, потому что мне снилась какая-то фигня. Я встала уже, ну, в состоянии таком, типа, ночь некомфортная была. Но потом я разгрузилась, короче, я была бодрячком. В метро я не то чтобы супер-ультра опаздывала к встрече, но да. И оно ехало, ну, машинист вел медленно. Несколько остановок в туннеле. Мы не спешили, типа, обычно, ну, скорость была ниже средней. Вот я такая, блин, я стою в толпе, еду в толпе. У меня тяжеленный рюкзак, моя рука умирает от этого. И мне надо еще доехать как-то. То есть ехала дольше, чем обычно. Благо, после этого я успела вовремя на автобус, и это стало большим плюсом. И съела вкусную булочку, что тоже большим плюсом. Вот, и в вузе все было хорошо, тоже большой плюс. Потом покушали с Юлей в спаре. Вкусно покушали. Тоже большой плюс. Посмотрели отчеты по компетенции, посмеялись. Я переделала структуру. Потом поехала в больницу. С ноября месяца я не могла опираться на руку. То есть, как бы, вот рука, да, и вот такой вот угол. Мне было больно. А у меня такое бывало, я просто ее не трогала, все было хорошо, но и месяц проходит. У меня все еще болит. Еще проходит время, болит. У меня в какой-то момент появилась шишка, я думала, это выпирает кость, но это была просто шишка такая с жидкостью внутри. А все это время я делала ручки, раз ручку, два ручку, и сравнивала, больно, не больно мне нажимать. В начале февраля я дошла до терапевта в поликлинике. Это было очень тяжелое испытание. Вот я смогла записаться на... 9 марта к травматологу-ортопеду в РАН. Пощупал, сказал, что нужно сделать МРТ. А, нет,
Конец февраля я записалась к травматологу ортопеду. 9-го я сделала МРТ. Сегодня... Очень число. 23-е. Сегодня 23-е. Я пошла, чтобы поговорить по поводу МРТ. Мне сказали либо операция, либо... Ну, типа, мне сказали операция. До этого он мне говорил про пункцию. Я не особо готова была к операции. Может быть, и готова, но был ряд причин, по которым я выбрала пункцию. Мне сделали пункцию там. Сразу же заняло это минут 5-7. Теперь мне 3 недели нужно носить фиксатор. Всем привет. Короче, я поехала за фиксатором, его подобрали. Я приехала домой, лежала, я думала, я днем посплю. То, что очень болела, я выпила обезболивающее. Но я не поспала, что-то не хотелось. Я посмотрела видео, я еще почитала что-то. Но у меня, наоборот, появился заряд сделать какую-нибудь работу, учебную задачу. Я села, потом скачала данные, открыла их, пошла покушала. В итоге поняла, что... И мой мозг не соображает. Сделала тестик по компетенции еще один. Там была математика. Мой мозг не соображает. Мне кажется, я завалила все, что можно завалить. Но это, в принципе, не особо влияет на что-то. И сейчас я, наконец-то, ложусь спать. Я не знаю, почитаю что-то, посмотрю что-то. Но я уже буду в кровати и засыпать, чтобы завтра выспаться, нормально функционировать и морально, и физически. Я начинала с того, что у меня бывают такие дни, когда действительно с утра или с ночью все идет не так, но в какой-то момент, типа, либо ты переживаешь этот день просто с мыслью «мы переживем этот день, просто переживем, завтра будет лучше». И действительно, следующий день все лучше. Либо что-то меняется. Я не скажу, что сегодня плохой день. Еще раз повторюсь. Сегодня тяжелый день. Очень тяжелый день. Морально тяжелый день. Я до сих пор могу зареветь, просто рассказывая повторно или еще что-то о руке. Просто потому что был сложный выбор между операцией и пункцией. Было тяжело, что пункцию сделали сразу, я перенервничала, а когда я нервничаю сейчас, у меня в основном реакция в виде слез. Кому это интересно, я не знаю. Очень сильно перенервничала. И потом еще было больно, когда мне делали пункцию. Она была без анестезии. Ну, вот так. Типа, мне кажется, там и не должно быть анестезии, но вот мы разговаривали с девочками, такие, интересно, почему. Потом мне еще болело. Отходняк, вот, вкололи лекарства, и там что-то онемение. Вот, то есть там вокруг раны было немножко онемение, не болело. Потом в метро это начало отходить. А, еще и в метро поехала не в ту сторону, не в сторону дома, а в обратную, благо это я вспомнила на середине станции, когда отъезжала, то есть в середине туннеля, я проехала всю лишь одну станцию. Но обратно ехала в толпе, держала рюкзак левой рукой, а я привыкла, что если я рюкзак держу, то на правой руке, на правом плече, если на одном плече. Мне было тяжело, некомфортно, благо устойчиво, иначе был вариант автобуса, что вообще я не фанатка автобуса. Было дискомфортно, очень больно, оно ныло, я уже тоже на пределе была. Добралась, взяла этот фиксатор, пошла домой, просто выпила таблетку, легла, отвлекая как могу сама себя. Вот. Рассказала о тяжелом дне. Бывает. У всех, мне кажется, такие дни бывают. Бывает еще тяжелее, когда невозможно найти даже какой-то плюс. Знаете, вот я нашла плюс того, что была вкусная булочка. Вообще, вкусно покушала с Юлей. Мы посмеялись над отчётом. Я успела, на самом деле, на автобус. Вот, и... Да. Хоть какие-то плюсы не были. Спасибо. Это действительно как-то поднимало настроение. И уверенность в чём-то. А ещё... Врач на самом деле был, есть, господи, очень хороший врач, мне он понравился как врач, как человек, как он делал пункцию. Он комментировал каждое движение в плане
потрогал, положил руку, прощупал, там иглу, он такой, типа, колю. Я говорю, я сижу, я не смотрела, потому что у меня было бы гиперистерика, если бы я посмотрела на все это. И он даже спросил, типа, вы не посмотрите? Я говорю, нет. Я сижу, у меня слезы текут, потому что больно. Он комментировал каждое свое действие, хотя не просил. Я в душе надеялась, что, типа, хотела спросить, может, рассказать, как это будет. Но я уже была на рынке, и этот дрожащий голос, он в тот момент бы хорошую штуку не сделал бы. Вот. И он комментировал, что вот мне было максимально комфортно, что я понимаю, что происходит, потому что я вот сидела, ну, вот так вот, то есть у меня рука, я вот так вот сидела и смотрела. Очень высока вероятность рецидива. И тогда уже 100% надо делать операцию. Но операция амбулаторная. Но я не хочу об этом думать сейчас. Я не боюсь самой операции. Я боюсь рецидива, скорее, самого факта того, что вот так вот, по сути, я сделала неверный выбор в пользу пункции. Вот чего я боюсь. Я не знаю, вставлю ли я это видео, но это часть марта все-таки. И вот такой день, 23 марта. Левой рукой. Неудобно. Едем на собеседование, потом в универ. Сегодня явно не good hair day. Видите? Я не могу. Я завязываю шарф левой рукой. Я снимаю и трясу левой рукой. Я не могу перестроиться из-за этого. Я могу шевелить правой рукой, но чем больше я что-то делаю, тем быстрее начинает ныть, болеть. И вчера под вечер я не могу. Я прям такая очень хочется ее вообще трогать. Возможно, блин, мне так неудобно. Мне все лезет в глаза, я не смогла их заколоть. Мы в предвкушении. У меня на самом деле нет тревоги какой-то. Вот, я думаю, все будет хорошо. Все нормально. Да, вот так. Мы стоим, что мы делать. И Оле ответили две молодые девочки. И нас это обнадеживает. А еще у меня сейчас появилось ощущение, что это джеви какой-то. Не знаю почему. Вот. Мне, в принципе, нет такого, что я такая, о боже мой. Я просто типа. Мне интересно, что будет. Я не думала, я не хотела, а я тут! Мы попали на практику. Я шла на... Я лежала просто такая... Блядь, я не хочу никуда вообще ехать. Говорю, типа... Я такая, зачем? Зачем? Мне лень, я не хочу отвечать на вопросы, мне так впадло. Ладно. Едем по приколу, едем по приколу. Холодно, правда, пиздец. Я еще думала, нужно еще на час раньше вставать, чем обычно, пиздец. Я так не выспалась. Короче, мы ехали все на приколе, по приколу, со спокойной душой. В итоге мы как-то договорились, что... Хозяйка большого, она была Thank you.
Вот это нормально, Глати. А можешь переключить, пожалуйста, на не на ненормально? Вот это мне больше нравится. Я топаю домой. Прекрасная Санечка идет в такую прекрасную погоду, сдала свои прекрасные лабы, прекрасный, ай, на меня капнула, прекрасный сайт. Теперь она прекрасно будет сегодня отдыхать, кушать свою прекрасную еду со своим прекрасным пёселем. Будет светиться, как солнышко, вот это вот. Оп, одно лицо. Так, я сейчас врежусь, наверное, во что-то, ну да ладно. Смена камеры. Юля, самый лучший оператор. И только она может материться в этих видео. Вода. Расскажите о своем... Мне было попить. Супер. Я буду сейчас отдыхать, смотреть аниме, как готовят. И есть вкусную еду. Класс. У меня отдых целый один день. Ура. Сегодня 30-е. 29-е. Нет? Уже 30-е? Да, 30 марта, да, 31, потом апрель, уже все пиздец. Ты скоро диплом сдавать вообще-то. Начинать делать все. Мы вообще не начали ни разу. Но мы хотя бы закрыли лабы сегодня, очень сложные. И да, ура. А можно... там только экзамен сдать и все. Ну, еще пару практик нам вывесят. Да, но самое сложное позади. Да, это не лабы. Ура. Я успела снять. Все, отмечаемся. Сказала, что я прям супер нормально. Типа, вот сейчас я не скольжу. Если бы я скользила, было бы ужасно. Мы приехали на полчаса. Мне очень неудобно держать, потому что моя правая рука не в состоянии держать нормальный телефон, поэтому я ее держу двумя. Вот, левой одной я тоже не могу держать. Сейчас я буду заваривать новый чай. Называется Амазонка, черный чай декаф ройбус с пряности. Он пах, по-моему, как глинтвейн или что-то такое. Ну, короче, очень вкусно пах. Вот, здесь буквально на одну чашку. Поэтому сейчас пойдем заваривать. Там света не так много, как перед окном. Но надеюсь, видно будет. Плохо со светом, ну, типа, я ничего не сделаю с этим.
В общем-то, нам нужна чашка, чай. И у меня ситечка. Девушка сказала, что там чай мелкий, поэтому ситечка может выпрыгивать. Через ситечко, короче, может наружу выпадать. Вот, но она мне рассказала про специальные, не знаю, как-то пакетики для чая. Вот они из материала, как пакетик обычный, но ты сам туда можешь спать заварку. Но у меня таких нет, покупать я не хотела, вот, поэтому, ну, выспится, что мне, да? Да. Состав тут купаж ройбуса, черного чая, декаф, я не знаю, что такое декаф, честно, декафеин, типа нет кофеина, я без понятия, честно, это единственное, что приходит мне в голову. Имбиря, кардамона, розового перца, корица, яблоко, цедра апельсина, лемонграсса, кокосы, красная смородина и василька. Прям цитрусовый вкус. Я обожаю цитрусовые чаи. Прям мой фаворит. Вот. А это он пряный немножечко. Она сказала, прям такой согревающий. Не особо хочу согреваться, но хочу попробовать этот чай. Да, он такой цитрусный, пахнет, не знаю, на глинтвейн, немножечко на глинтвейн похоже. Огонь. Вот так вот красиво он выглядит. Попробуем чай быстренько с вами. Вот. Пахнет он вот... Реально, что-то по типу глинтвейна. Для меня лично, я не знаю. Может быть, нет. Но вот, нюхая, блин, как это сказать? Вот запах похож, ассоциируется с тем, что действительно что-то согревающее, что-то такое уютное, теплое, вот такое. Может быть, с баней почему-то у меня ассоциации какие-то. С глинтвейном, баней, вот что-то такое вкусное. Парилка, не знаю. Неплохо. Там в привкусе есть что-то, что я не особо люблю. Я не знаю, что это. Но, в принципе, пить можно. Тем более, что я просто пробую. Это не значит, что я буду продолжать пить всю жизнь эти чаи, что это 100% мне понравится. Нет. Это, по-моему, стоило около 30 рублей. Вот, в Кантате чаи не дешевые, я бы сказала, что у них высокий ценовой сегмент, даже не выше среднего, а высокий ценовой сегмент, вот, но иногда можно. Я обожаю у них, самый вкусный для меня, это с персиком, черный с персиком, не помню, как называется. Вот, и у меня тут в голову пришла идея. У них по пятницам дегустации бесплатные. Сегодня это была клюква персик. Мне тоже очень понравилось. Потому что там был персик. И, в принципе, что-то, где присутствует кислинка, я тоже люблю. Возникла идея приходить по пятницам пробовать чай. Вот. И, может быть, брать на одну чашку. Это где-то 4-5 грамм чая. Пробовать разные чаи, которые хотела всегда попробовать, или просто перепробовать все, что я хочу, потому что вместо кофе. Я хочу заменить кофе, или не полностью, а хотя бы частично, потому что я пью много кофе, я так считаю. Я раньше только кофе не пила в жизни. Я перешла в институт и начала хлестать его просто на раз-два. Это вкусно, но... Не всегда хорошо для меня, особенно если я выпью больше одной чашки в день, или выпью, когда я нервничаю, я повышаю тревожность свою, но я просто люблю кофе с сиропами, и мне особо пофиг, как на меня это влияет, когда я прям очень-очень хочу, а хочу постоянно. Вот, поэтому очень хочется заменить чай, конечно, в некоторых чаях может быть больше кофеина, чем в кофе. Но нас это не волнует. Я просто нашла повод каждую пятницу покупать себе немного чая и пробовать. Не думаю, что я долго продержусь, но вот как минимум на следующей неделе тоже схожу, потому что у них там еще скидки будут. Я надеюсь, я не забуду. Обычно я забываю. Я сегодня чисто случайно оказалась в том месте, где находится Кантата.
И посмотрела, такая, о, еще и пятница, класс. Вот. Впервые за все время я вовремя оказалась в ВКонтакте. Так что да. Сейчас буду пить чай. Я хочу сделать уборку, потому что я засрала свою комнату. Опять делать мне особо по учебе ничего не надо. Я не хочу. Я хочу немножко отвлечься. Что-то руками походить, музыку послушать. Вот. Единственная проблема — это вот эта рука, потому что я даю достаточно много нагрузки, хотя не должна, но я не могу, потому что мне нужно делать... Ну, в последнее время мне нужно было делать дела за компьютером, мне в любом случае нужно печатать, потому что одной левой рукой это достаточно очень долго, тратить в разы больше времени. Вот, и вообще я давала, наверное, непозволительную нагрузку на свою руку, но... Это я. Пока мне не загипсуют, я буду делать, потому что у меня шевелятся пальцы. Это вот я всегда так. Типа, если меня просто не обездвижить, а не обездвижить эту руку, то, к сожалению, я буду ей пользоваться. Я стараюсь ее беречь. Я даю ей отдых. Я даю ей... Снимаю, кладу. Вот без этого хотя в день хотя бы минут 40 побыть, потому что все-таки она стягивается, все-таки у меня тут припухли пальцы, все-таки это очень тяжело, и там кожа тоже умирает на самом деле, особенно когда мне жарко, когда мне потеет рука. Это все не очень хорошо, поэтому, да, минут 40 в день я чисто даю, она у меня лежит вот так вот, без фиксатора. Я не шевелю, стараюсь на ровной поверхности быть, вот. Но еще минус того, что... Мне фиксатор, я не могу нормально застилать постель. Меня это раздражает. Особенно, когда я хочу, чтобы у меня была застеленная постель. Мне очень тяжело дается ее застилать, потому что она около стенки, и часть невозможно красиво сделать. Короче, я страдаю в этом плане. Мне довольно тяжело. Но еще 2 недели. Вчера было ровно неделя, как я ношу фиксатор, еще 2 недели. С учетом того, как я напрягаю руку, надежда все еще есть на то, что мне не понадобится операция, но, скорее всего, я не знаю. Мне кажется, блин, может быть, из-за того, что я боюсь. Может быть, я себя накрутила, но есть ощущение, что мне все-таки понадобится операция. Вот, но сейчас я стараюсь об этом не думать, просто как только я вспоминаю, понимаю, что типа, Саш, ты долбанутая, столько напрягать, и я такая, давай отпустим, давай немножко, это будет подольше, но не надо, пожалуйста. Сейчас у меня появилось еще больше такой возможности, потому что я по учебе доздала много чего и сделала, и сейчас будет меньше задач, которых надо прям очень быстро, там, допустим, немного на клавиатуре фигачить, короче. Поэтому, да, постараемся не напрягать, поэтому я иду убираться. Она вот... Логики в моих словах ноль. Всем спасибо. Мне кажется, мартовское видео будет просто огромным. И кто знает, как долго я его буду монтировать. И смонтировали я вообще один этот разговор сейчас на 7 минут. А там были и другие. Я люблю длинные видео, фанатка длинных видео, но не люблю их монтировать. Это очень тяжело, на самом деле. Все, я пошла пить чай, убираться. А еще у меня есть пончик вкусный. Но это после уборки. Это, знаете, вот ты убираешься, садишься, потом такой кайф. А еще у меня очень вкусный пончик, поэтому будет двойной кайф. Мне нравится убираться. Это помогает в какой-то момент отключиться. Особенно с музыкой. Вот. Особенно сейчас будет музыка на всю квартиру. Потому что никого нет. И я могу себе это позволить. Наконец-то. Ура! Я пошла убираться. Вам желаю хорошего дня, утра, вечера. Не знаю, когда вы это смотрите. Или смотрите вообще. Кстати, сегодня 31 марта, поэтому последний день, когда мне что-то снять. Пока.